Россия переходит на цифровое телевидение. Боитесь, что в один момент окажетесь перед черным экраном? Этого не произойдет, если вы правильно настроите технику. Присмотритесь к логотипу федеральных каналов. Если видите рядом букву «А», то вы смотрите аналоговый сигнал. Как проверить, поддерживает ли ваш телевизор цифру? Еще не выкинули инструкцию к своему телевизору? Ищите в ней указания о наличии встроенного тюнера стандарта DVB-T2. Кроме того, телевизор должен поддерживать формат MPEG-4. Нашли? Тогда вам ничего не надо делать, просто включить поиск каналов. Если вы покупали телевизор после 2012 года, скорее всего, он поддерживает нужный стандарт. Если же телевизор старый и тюнера в нем нет, то нужно докупить специальную приставку. В продаже их множество, от самых простых и недорогих до более продвинутых с дополнительными функциями. Например, возможна запись любимых программ и даже установка караоке. Главное – посмотреть, какой вход есть у вашего телевизора. Старый RCA, так называемый тюльпан, или более новый HDMI. На приставке должен быть соответствующий разъем для подключения. Чтобы подключить и настроить приставку, внимательно изучите инструкцию. Не забудьте про антенну, ее придется поменять, если она была куплена до 90-х годов. В случае плохого приема сигнала к ней может понадобиться усилитель. Теперь все каналы в самом высоком качестве и никаких помех.